Всем привет! Хочу поделиться неисправностью, которая у нас случилась на триммере на бензиновом Patriot. Косили мы, косили, было все нормально. Как вы видите, здесь разъемная штанга. Вот. Она фиксируется здесь, назовем ее муфта соединительная. Но стали косить бурьян, и эта муфта у нас сломалась. Сделана она там то ли из алюминия, или из плава, из какого-то. Короче, оно у нас сломалось. Как работать? Надо было думать, как соединить эти две штанги. Долго мы не думали. Пошли в хозяйственный магазин. Купили вот такую трубу с усиленными стенками. Металлопластик. Внутренний диаметр чуть-чуть побольше диаметра штанги. Вот. Дальше, чтобы ее закрепить на штанге, мы сделали вот такие надрезы. С одной стороны и с другой. Правда, конечно, не аккуратно, но это делается для чего? Чтобы хомутами сжать эту трубу и прижать ее к штанге. Сейчас я покажу, как это делается. Длина ее вот чуть больше, нет, около метра. Вот так вот мы прикинули, чтобы здесь она упиралась до конца, и тут был еще запас. Сейчас я покажу, как это все работает. Так, вот они, хомуты, тоже купили там же, в хозяйственном магазине. Вот. Одеваем ее сюда. Вот она плотно и туго. Вот она плотно и туго заходит. Так. До конца ее не засовываем. А почему? Потому что нам надо будет вот эту штангу с той состыковать. Так, кладем так. Не забываем на эту сторону два хомута. Здесь выравниваем, вставляем в паз, засовываем. Чуть наповорачиваем. Тут хорошо, но зайдет, там можно масло капнуть. Эту до конца. Тут выставляем штангу ровненько. Потом нам надо, чтобы эта штанга вошла в эту. То есть там, чтобы было соединение. Поэтому эту штангу дальше запихиваем. Опа, до ощутимого соединения с той штангой. Потом проворачиваем за головку, чтобы почувствовать соединение. И чтоб, а это нам новую покажет ход поршня. Вы почувствуете, как там поршень идет. Вот. И даже звук есть. Там тюк-тюк-тюк-тюк-тюк. Вот. Все. Выставили вот так. Вот у нас все плотно, все хорошо. Затягиваем здесь хомуты. Сейчас возьму отвертку. Один поближе, второй чуть подальше. Ничего тут сложного нет, все элементарно. Так, и не забываем здесь тоже хомуты затянуть. Также это соединение хорошо тем, что его можно вот два хомута открутил, разобрал, в машину положил и поехал. Ну, то же самое, как и с заводской муфтой. Все. Сейчас у нас соединение очень жесткое. Даже лучше, чем было с завода. А почему? Площадь опоры здесь больше. Тут и тут. Или там вот такой вот хомутик. Или здесь. Так что вот мы ей уже 2 года пользуемся. И все нормально. Так что кому понравилось, берите себе на
сооружение. Ставьте лайки, подписывайтесь. Все, пока.